Проезд раз в час. Ограничение движения на Порецком мосту в Чувашии продлили до ноября. Каждый день с 9 утра до 15 часов дня строители практически полностью перекрывают мост, всему виной ремонт опор. При этом автомобилистов пропускают не реже, чем раз в час. Такой режим будет действовать до 31 октября, сообщает Чувашупрудор. Автомобилям тяжелее 3,5 тонн по мосту через Суру перед селом Порецким движение запрещено. Ограничения действуют до 1 ноября. Все работы должны завершить в 2020 году.